Один Месси хорошо, как считают аргентинцы, а два еще лучше. В честь знаменитого футболиста Лионеля Месси на его родине начали называть детей. Новость о том, что на свет появился очередной Месси, стала известна вчера всему миру. Причем это не однофамилец капитана сборной Аргентины. Имя новорожденного – Месси Даниэль Варелла. Аргентинская семья получила официальное разрешение назвать так своего сына, несмотря на запрет использования фамилий в качестве имен. Кстати, сами родители признались, что давно хотели сына. Девочка у них уже есть. И сейчас она с удовольствием нянчится с братом. О том, отреагировал ли как-то на это сам форвард Барселоны, пока не сообщается.